9:40. Готовы? На старт. Давай.
Thank you.
сюда, сюда, ко мне, ко мне, ко мне. Давай, 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 давай. Хорошо, дыши. Дыши, дыши. Под водой плыви, под водой. Под водой, под водой. Женя, Андрей, вы зарегистрировались? Посвященному дню зимних видов спорта. Слово предоставляется председателю ветеранов спорта Ульяновской области, лучшему руководителю Министерства спорта Ульяновской области, очень грамотному во всех областях нашего спорта, да и просто доброго, порядочного и нашему другу Лазареву Владимиру Николаевичу. Дорогие спортсмены, уважаемые организаторы, разрешите мне от имени Министерства спорта Ульяновской области, Олимпийского совета, поздравить вас сильными не только телом, но и духом с открытием открытого чемпионата области по холдовому плаванию. Я участвовал в открытии первого чемпионата, и вот я вижу сегодня в строю на торжественном открытии больших спортсменов, которые покорили не только региональные соревнования, но участники многих международных турниров, заплывов. Здесь такие кратные, когда мне назвали, как говорится, даже есть личные флаги у отдельных участников. Хочу пожелать вам сегодня, чтобы вы поставили свои новые рекорды и новых удач в спорте и в жизни. Спасибо. Спасибо. Нашему председателю клуба Ульяновской «Маржи» Вальцеву Владимиру Владимировичу. Дорогие друзья, хочу поприветствовать вас всех. Мне особенно приятно, что то, что сегодня приехала команда из Чебоксар. Вот, давайте их поприветствуем. Двукратный чемпион, трехкратный чемпионка мира по зимнему плаванию Татьяна Александрова. Дорогие друзья, вообще зимнее плавание – это спорт мышечных людей. Кроме того, что мы соревнуемся, мы еще ведем мощную пропаганду, популяризацию культуры здорового жизни, наверное, как ни одна федерация. Тема закаления, она уже стала в Ульяновской области у нас настолько известна, поэтому хотелось вас всех поблагодарить. Вот, наши спортсмены профессиональные уже стали настолько профессиональными. Нашему клубу исполнилось совсем недавно 9 лет, на следующий год мы будем отмечать юбилей. Так вот, наши спортсмены уже покорили весь мир. Вот, участвовали во многих мероприятиях. Очень рады встрече. Волжане, одним словом. Сестры, братья. Вот. Поаплодируем друг друга. Да, это значит сладкий подарок на всю команду, на стол. У нас и бальзам из чувашских трав. Спасибо. Это после заплывов таких. Для чувашского чая. Отдельный бальзам, спасибо, значит, Лени Семеновой. Она в прошлый раз заявила, что не пробовала чувашский бальзам. Это домашний бальзам. Лично раз. Я тебя прошу спросить, как в чем наш лачок просил. Когда это я просил?